У ефіра програма «Новини регіону» у студії Аліна Мільщенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Тільки дзвонку алії знутри. Амаль паўсотні домов у Могильові сьоліта отримають нове обличчя. Ніби вирішала жильові проблеми. Могилівчанку обвинувачують у махлярстві і підбухторванні до дачі хабару. Сполучення театру, виявленчого мистецтва і музики. Незвичайна вистава відкрилася у Могильовським драматичним театрі. Амаль паўсотні домов у Могильові сьоліта отримають нове обличчя не тільки звонку, але й знутри. В обласним центрі активно йде капітальний ремонт жилих домов. На гэтай мэты предугледжено видаткувати 12 мільйонів 400 тисяч рублю. Як обновляються кватери у шматповерховках – наш матеріал. Подъемные краны на Пионерской и масштабный ремонт. Так проходит соковик для жихару гэтых домов. Действие ведется бягучий ремонт, а действие обновления капитальное. Под масштабный апгрейд все лето трапили и 5-поверховки 60-х годов. Полностью было разрушение вытяжек по квартирных. Поэтому на этом доме были запроектированы дополнительные вытяжки, которые мы полностью сделали, собрали. И чтобы они не промерзали, чтобы конденсат, точка влажности не собиралась, их утепляют еще дополнительно. Дом по Пионерской 35 уже не познать. Звертают увагу на себе новые окна и гэтым тыднем установят новые балконы. С колером покуль вызначаются. Змены идут и внутри. Анастасия такой подеи радуется. Меняют трубы, заменяют трубы отопления, будут менять электрику, то есть счетчики электрические. Ну, конечно, это хорошо, затратно, но лучше это сделают пусть коммунальщики, чем мы будем сами это делать. И все равно это рано или поздно придется делать. Трубы старые, гнилые, ну, это всегда чревато последствиями. Як только завершится отепляльный сезон, заменять и старые батареи. Критичные дефекты гэтых домов выявили у часе огляду жилфонду, який ладится двойчы на год. Их техничные станы изъявился причиной для включения у спис капремонта. С жильцами проводится предварительное собрание, на котором обсуждаются данные моменты. Обсуждаются те работы, которые будут выполнять, выслушиваются жильцов, замечания, предложения. После чего разрабатывается проект на выполнение капитального ремонта. Данные этого проекта доводятся окончательно до граждан, после чего заключается договор с гражданами, ну и, естественно, приступает к выполнению работ после определенных процедур выбора подрядчика. Таким чином, за год у Могильові планують обновить 46 домов. На їх видатковано 12 мільйонів 400 тисяч рублів. 9 мільйонів 400 тисяч, за яких – відлічені жихаров на капремонт. Кристина Кранкевич, Миколай Соболєв, «Новини регіону». Старшиня Могильовського облвиконкама Владимир Доманевський проведе традиційну прямую телефонну лінію для насельництва у суботу 23 соковіка. Звернуться до керовника в області з актуальними питаннями можна буде з 9 до 12 годин. Номер телефона для сувязи у Могильові – 50 18 69. Одночасово во всіх городських і районних виконавчих комітетах в області так само пройдуть прямые телефонные лінії. Наприклад, у Могильовським гарвиконкамі на сувязь вийде старшиня Владимир Цумаров. Телефонуйте по номеру Могильові 42 21 02. А у Бобруйським гарвиконкамі на ваше питання откаже старшиня Александр Студнєв. Телефон у Бобруйську, по яким ви можете задати свої питання чи виказати зауваги 76 21 41. Жихарку Могильова обвинувачують у махлярстві і підбухторванні до дачі хабару. Жанчина пропонувала вирішити жильові проблеми. Зрозуміла за гроші, запевнювала, що має добрі сувязі і знайомства і може передати хабар чиновникам. На самій же справі жанчина забирала гроші собі. Зрозуміла, що потерпіла і у міліцію не зверталися. Спинили діяльність махлярки супрацовники по боротьбі з організаційною злочинністю і корупцією. Амаль 5 годов, по словам следчих, махлярка уводила людей у зман. Усяго правоохранники доказали 18 эпизодов подбухторвания до дачи хабару. Размеры взяток составляли от 1000 до 1500 долларов США. Значит, принятое на себя обязательство о передаче дачи взятки женщина не выполняла и не намеревалась выполнять. Денежными средствами, полученными от граждан, завладела и распорядилась по собственному усмотрению.
Падманным шляхом, кажуть следчыя, яна завалодала 7000 долараў США. За гэтыя грошы, кажуць жанчына, ні ў чым сябе не адмаўляла. Нават у магазин за прадуктамі на таксі ездзіла. Пасля затрымання дама вярнула частку грошай тым, каго падманула, каб пакрыць усю нанесеную шкоду на маёмы жанчыны праваахоўнікі наклалі арышт. Сама ж яна цяпер пад вартай. Следства па крымінальнай справе ў дачыненні да магіляўчанкі завершана. Матэрыялы накіравалі ў пракуратуру для далейшай перадачы ў суд. Действия ее квалифицированы как подстрекательство к даче взятки, мошенничество, в том числе совершенное повторно. Санкция данных статей предусматривает лишение свободы на срок свыше 2 лет. Наталья Ильинич, Миколай Соболев, Александр Артемьев, «Новини региона». Незвычайная выстава открылась у Могилевском драматичном театре. Напередодні 14-го международного молодежного форума «Мартконтакт». Молодый белорусский мастак Павел Лабордов представил публице музычные картины. Як сполучилися театр, выявленчае мастацтва и музыка? Глядите у нашем репортаже. Это музыкальная картина «Условия круга». И к ней вот идет следующая музыкальная композиция. Картины Павла Лабордова музычная, и сам он признается, что это сполучение двух его житевых захоплений – выявленчего мастерства и музыки. Мастак – уродженец Могилевщины. С горок учился дизайну, брал удел у тыднях мастерства, а несколько годов тому обрал свой керунок – створение музычных картин, причем для каждой выявы пишется уникальная музыка. Теперь их убачить публика, якая приходит у театр. Чем являются мои картины? Они как бы не совсем картины и не совсем музыка. И поэтому мне кажется, что это даже, вот я буквально на днях подумал, что это какое-то застывшее театральное действие, поэтому мне кажется, что это вполне даже уместно в этих стенах показать эту выставку. Усе картины философского зместу, объединенные агульной назвой и смех, и грех. Мастак меркуе, як найперш зрабіць лепей сябе, а людям то помагчы разобраться у навакольным свете и проблемах. Центральная работа з гэтага збору – дзіравае шчасце. Причым мастак наумысна ничего не тлумачыць про змест. Глядзіце, слухайте и отчувайте. Спокойно смотрите, думайте, то есть что-нибудь да найдете. Открытие выставы атрымалася цалкам музычным. Разом с Павлом Лабордовым выступила могилевская спевачка Алена Каукова. Менавіта яе композиция сопровождает дуэт картин, одна из яких портрет спевачки. Мне кажется, театр – это вообще настолько многогранная какая-то вещь. То есть тут совмещается всегда все, там и танец, музыка, и изобразительное искусство, и все это там в каком-то одном спектакле может совмещаться. Я думаю, что для театра, ну, во-первых, это лишний плюс. Пока не начался спектакль, у людей есть возможность вообще там что-то узнать новое, посмотреть. Выстава музычных картин открыла шэраг культурніцкіх мероприемства в адмысловай программе, якая сопровождает сёлетні театральный форум «Мартконтакт». Открытие форуму 21 сакавіка. Снежана Крыжевич, Луна Иванова, Виталий Алексеенко. Новини региона. Игроков клуба «Кировск» знову выкликали у национальную сборную Беларуси по пляжному футболе. Черговый учебно-тренировочный сбор головная команда Беларуси проводит у российским Санкт-Петербургу. У складе сборной 14 игроков, 4 из них – Владимир Устинович, Вадим Бокач, Артемий Дрозд и Юрий Петровский – представляют клуб «Кировск». Сбор протягнется до 25 соковика. За этот час белорусские пляжные футболисты проведут 3 спарринги супроть команд Санкт-Петербурга. Нагадаю, сёлетний сезон знаковый для нашей сборной. У мая она позмагается за путевку на первый чемпионат света по пляжных видах спорту, а у червени выступить на других европейских гульнях у Минску. Переменную воблачность у раницы и у день краткочасовые опадки прогнозуют синоптики на сераду. Ветер заходний, порывы будут досягать до 12-14 метров за секунду. Температура по ветру у день 7-9 градусов со знаком плюс, местами до 11 тепла. Атмосферные фронты и неустойливая поветренная масса будут вызначать характер надворья на ближайший час. А по информации Аблгидромету, у четвер на большей части территории в области чекается дождь и навод мокрый снег. Порывы ветру у этот день станут значно мощней, до 18 метров за секунду. На дорогах гололедится. Температура по ветру у день плюс 4, плюс 9 градусов. Самые актуальные новины в области на сайте tvrmogilev.by, а так само у группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь и ожидаю вам только добрых новинок. До встречи.